Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Привет, сосед, Hello Neighbor, и это, ребят, мод, который добавляет в игру новый дом соседа. И, как вы видите, это тот самый дом из игры Secret Neighbor. Буду смотреть, как это все будет выглядеть, мне лично самому интересно. Здесь, кстати, у нас старенький дом из Hello Neighbor, да, обычного. Ничего такого интересного здесь нету, но в этом доме, ребята, будет сосед. В этом доме будет сосед, и он нас будет стараться победить, поймать. Но видишь, в чем проблема? То есть мод недоделан, здесь много всего еще не поставлено, и даже двери почему-то нету. Офигеть, даже двери нету. Ну, давай посмотрим, как это все выглядит, потому что это прикольно, это можно развивать. То есть взять этот мод за основу, да? Точнее, взять вот этот дом за основу. И стараться здесь проходить. Видишь, книжки повыпадали все. Здесь должны быть такие вот книжные шкафы. Он идет. Я не понимаю, где он. Он ходит сейчас по дому своему огромному. Если вы помните, ребят, Secret Neighbor — огромнейший дом. И здесь сосед, ребят, это не такой уже, как был в игре, да? В Secret Neighbor. Secret Neighbor — это играл человек, а здесь-то играет у нас далеко не человек. Здесь у нас играет бот. То есть здесь настоящий сосед, ребят. Окей, интересно. Интересно. Вот куда он, интересно, ушел? Где он ходит? Соседушка? Ты где? Я слышу, как он бегает. Только вот вопрос, где он бегает? Так, ну-ка, давай здесь спустимся. Видишь, текстур половины нету. Ну это... Господи, как это громко он все. Ой-ой. Но текстур нету только потому, что не доделали мод. То есть мод, если буду доделывать, то обязательно, ребят, все текстуры появятся на своих местах. Сосед, ты где? Я вот хожу с яблоком, все пытаюсь. Думаю, когда же тебя можно будет кинуть им. Вон, тренажерка, кстати, без этих, без снарядов всяких. Сосед спрятался. Так, давай-ка попробуем здесь пролезть. А, все-таки можно, я уже думал, все, мы не здесь застряли навсегда. Ты слышишь это? Он здесь, да? Он пытается дверь выбить. Вон он! Офигеть. А он нас видит, интересно? Ой. Взял, пошел куда-то. Так, ну-ка. А-а-а! Бегай, 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 бегай! А-а-а! Не заходи! Может быть, я здесь не один. Так, ну ладно, у меня есть клей. Ага, что-то не разлился он как надо. Офигеть. А где он? Да ты прикалываешься, блин! Почему он стоял и не открывал дверь? Вообще странно. Видишь, половину окон нету и всего остального. Но прикольно то, что это действительно тот самый дом. То есть просто нужно немножко времени и немножко сил потратить для того, чтобы превратить этот дом уже более-менее похожий. Ну, тот же самый, чтобы был дом, как в той Secret Neighbor. И будет все красиво и классно. Я не знаю, если возможно будет сделать мультиплеер, да, в этом режиме, было бы прикольно поиздеваться над соседом в мультиплеере. То есть не над человеком, который играет за соседа, а именно над соседом. Постараться от него поубегать. Но я думаю, что здесь мультиплеер, кстати, очень сложно реализовать, потому что движок для этого не заточен. Видишь, здесь тоже книжки лежат. Они лежат почему в таком огромном количестве? Потому что здесь должны быть книжные полки. Почему-то они удалены. То есть это все нужно восстанавливать. Здесь, видишь, текстура как упала. То есть в некоторых местах есть текстура, а в некоторых местах нет текстуры. То есть почему вся лестница не затекстурирована именно под один такой, получается, под одну текстуру, непонятно. То есть здесь каждый элемент, видимо, нужно текстурировать. А кто вентилятор включил? Ну-ка. Кстати, я же не включал. Это замороженный глобус. А почему он замороженный? Офигеть.
Я слышу его. Он подо мной был. Давай заберемся наверх, посмотрим, что там как. Вид у нас сверху. С высоты птичьего полета, как говорится. Здесь почему-то мне кто-то мешает. Надеюсь, мы не доберемся отсюда. Ну ты видел? Взял, пробежал мимо. И, кстати, у нас лестница должна быть, но почему-то у нас нет лестницы. То есть единственный вариант подняться наверх, это воспользоваться тем самым проходом, который мы уже проходили. Ой, он близко. Кстати, здесь, да? О, он пробежал. Пау! Прям книгой по башке. Это чтобы больше знаний было. Вот, видишь, вот этот проход нам нужен. Ага, тут нельзя забраться, ребят. То есть мы на крышу-то забирались вот здесь вот. Можно здесь пробраться, видишь, окон нету. Ну, нифига, лестница есть. Ой, здесь все-таки даже сюда можно залезть. Прикольно. Но это, ребят, не коробки, это чисто это. Кстати, да, я вот что заметил. У нас здесь нету половины объектов также. То есть здесь, к примеру, нету гаража, я так понимаю, да? Ну, или как он там назывался. Потому что вот здесь вот сзади дома должен быть гараж. Ну, или как сарай, я не знаю, по-другому. То есть сарая у нас здесь тоже нету, как ни странно. Так, давай возьмем предмет, картину. Попробуем разбить окно. Даже, по сути, можно здесь сделать какую-нибудь на основе этого дома. Можно сделать какие-то головоломки в этом доме. И сделать вообще суперский мод. Просто суперский мод сделать можно. То есть взяв за основу вот этот именно домик с Hello... Ну, точнее, Secret Neighbor. Видишь, сколько здесь вещей? Ну, это все так же, как и было... Secret Neighbor. Рычагов здесь нету, кстати, да? Да, здесь рычагов нету. Рычаги, ребят, у нас, если вы помните, в Secret Neighbor кое-что активировали. Смотри, здесь зеленый ключ лежит. Офигенно. А вот сарай. Я говорю, нету его. Просто он в другом месте почему-то расположен. Он не с этой стороны должен быть. Вроде бы. Ну, ладно, давай спустимся. Сарай здесь все-таки присутствует. Видишь, я сказал, что его нету. Он должен быть слева, а он почему-то справа. Как-то странно даже все это выглядит. Вот сарай. Но здесь он, видишь, тоже по-другому немножко сделан. Не сделан так, как это было в Secret Neighbor. То есть здесь нет вот этой вот балки, которая сверху должна быть. Здесь и коробок не стоит. Огромное количество, за которым должен быть рычаг. Он сделан приблизительно похоже, но все-таки не так. Так, здравствуйте. Мистер сосед, вы здесь? Только не убивайте меня, пожалуйста. Да и эта комната какая-то не такая. А может быть такая. Он меня увидел на камерах, ребят. Видишь, здесь вот эти замки, я так понимаю, нужно было бы открыть. Но они, видишь, не подходят нифига. Так что здесь, в принципе, можно попридумывать всяких интересных идей и реализовать их. Просто это дело времени и усилий. То есть, если человеку будет интересно сделать мод... А, господи! Как же страшно. Ну, мне это действительно страшно. Почему? Потому что в этом огромном доме ты уже не ожидаешь, что он сейчас выйдет тебе навстречу. Потому что дом-то действительно огромный. Думаешь, ну ладно, ходит он там себе, пускай ходит, что такого. Ага, фиг там плавал, блин. Он ходит, ребят, так, что ты, блин, обосраться можешь. Навстречу тебе выйдет. Вот здесь гаражи, кстати. Здесь электричество можно выключить, включить. Прикольненько, прикольненько. Машина заперта. Что же прячет сосед в машине? Да, немножко изменили. Но в любом случае мне нравится. Мне нравится, как это сделано. Это пока что демо-версия этого мода. То есть, я так понимаю, все-таки разработчик будет стараться его модифицировать. Стараться сделать его приблизительно идентичным. Secret Neighbor. В любом случае, я надеюсь, то, что он добавит всяких новых головоломок, которых не было в Secret Neighbor, потому что это сделает эту игру поприятней. О, привет. А, я промазал! Лол. Ну, видишь, он не по прямой пошел, он почему-то левее взял, а потом только после этого напал. Странный какой-то. Видишь, у него даже есть какая-то тактика, он ее придерживается, усатый этот.
Взял, заперся в чулане. Выхода нет! Здесь нет выхода, сосед. Ты не выйдешь отсюда. Нет, он смог это сделать. Ладно, ребят, не забываем оформлять спонсорскую подписку. Это все делается в один клик. Вы просто нажимаете спонсировать и, разумеется, выбираете один из вариантов спонсорки. Все очень просто, очень легко. Надеюсь, у вас спонсоров станет больше, потому что скоро я буду опять-таки проводить розыгрыш на стриме среди спонсоров. Так что обязательно успевайте стать одними из лучших. С вами был Лекс, это была игра Hello Neighbor и мод Дом из Secret Neighbor. Скорее всего, так он и будет называться, да? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр и всем добра.